Друзья, всем большой привет! Приехала я в обувной магазин The Shoe Company. Это наш самый большой магазин обуви в нашем городе. Мне нравится этот магазин. Он большой, много выбора, хорошие цены, скидки даже есть. Так что, в общем, приехала я посмотреть обувь для нашей Миюши. Перед нами целый ряд обуви. Каждый бренд старается удивить своим стилем и качеством. Огромный выбор. Смотрите, сколько разных моделей и цветов. Разбегаются глаза. Кстати, заметьте, как многие бренды делают акцент на натуральные материалы. Это важно для комфорта и здоровья ножек. Мне вот эти понравились, супер легкие. Обратите внимание на липучки. Это так удобно для детей, которые только-только учатся обуваться самостоятельно. А эти ботинки выглядят очень стильно и явно понравятся нашей Миюшке. Важно помнить, что хорошая зимняя обувь – это не только тепло, но и комфорт при движении. Здесь представлены модели, которые идеально сочетают оба качества. Подошва гибкая и рельефная, чтобы не скользить по льду. Обувь на липучках, что облегчит обувание. У нас уже есть одна пара зимней обуви, которая отлично справится с морозами, но мы ищем еще одну на смену. Поэтому отправляюсь я в магазин Winners, хочу посмотреть там ассортимент, ну и потом уже определиться. Зима в наших краях не щадит никого, поэтому важно выбрать правильную обувь, чтобы детские ножки оставались теплее и сухости. Смотрите, друзья, яркие расцветки. Есть и практичные модели на шнуровке и молнии, но это немножечко не то, что бы я хотела. Но выглядит стильно, согласна. Посмотрите на этот ряд. Каждая модель как маленький шедевр. Как выбрать? Тут хочется все сразу. Обувь не просто красивая, такая аккуратная и продуманная. Ну просто невозможно пройти мимо такой красоты. Каждая пара словно говорит: «Возьми меня». Друзья, я уже дома, и я нашла идеальную зимнюю пару для нашей доченьки. Это сапоги от Elements. Они просто потрясающие. Это сапоги не просто красивые, они водонепроницаемые. Что очень важно для активных прогулок в снег и слякоть. Смотрите, какая красота. Внутри мягкий и теплый утеплитель, который сохранит ножки в тепле даже в самые холодные дни. Смотрите, друзья, до минус 40 выдерживают. Прочная рельефная подошва предотвращает от скольжения. Эти сапоги легко и быстро обуваются и снимаются. Эта модель легкая и очень теплая. Эти сапожки от Elements. Это сочетание стиля, надежности и качества. Значит, сколько я заплатила? Друзья, принесла я с собой чек, значит, эти сапоги ценой $60. Но была скидка. Минус $10 за 50. Да. Потом у меня в этом магазине есть накопительная система баллов. И получилось у меня еще использовать минус $5, то есть 45, что классно. Вот 45 плюс за GST 2,25 получила 47,22. В общем, и цена классная, и цена меня порадовала, что я хочу сказать. Сапоги купила, потом решила еще заехать в магазин H&M и купила там Миюше наши носочки. Хлопковые носочки, три пары, красивые расцветки, $8. Друзья, наконец-то я убрала осенний декор и скажу вам честно, как-то немножечко легче стало. Все-таки я, наверное, за минимализм. Вот, так что навела здесь порядок. Вот все чистенько, все протирала, попылесосила. Что еще? Решили мы оставить тостер. Тостер. Смотрите, какая красота. Тот я полностью выбросила, так как он наполовину уже не работал. И решила, почему нет. Нам попалось целых три. Это последний, который мы не продали. Поэтому я решила оставить себе. Вот.
оставить нам. Так что у нас новый тостер, он супер дорогой, с циферблатом. Его надо еще подключить. Друзья, заснимем маленький кусочек Хэллоуина. Покажем нашу маленькую тыквочку. Посмотрите, какая она красивая. Костюм у нас еще с прошлого года остался. На лес. Замечательно. В прошлом году она его не сильно хотела надевать. В этом году классно. Очень тебе идет, доченька наша. Самый красивый в мире памкин ты, да. Накупили конфет. Накупили много конфет. Ждем деток. Потом сами пойдем конфеты собирать. Покажем, какой в этом году у Ляны костюм. И кто ты у нас? Я не знаю. Я сама просто, я узнала, что у Антона есть такая футболка. И я такая, я не хочу, чтобы вы платили за костюм. Ой, ты боже. И я свой сделала. Я нарисовала Спасибо. Себе, как называется? Усы. Усы. И у меня футболка написана мусы. Усы. На английском говори. Mustache Madness. Угу. И я так сделала футболку, чтобы она так была. И я просто обычные sweatpants одела. В общем, Ульяна придумала сама такой образ. Разорвала футболку. Да, ну ничего страшного. А мы не против были тебе купить новый костюм. Ты просто не захотела. Да, значит, встречаем мы деток. Конфеты есть. Конфет много. Ульяна хочет... Я с подушкой, мы будем... Едете в торговый центр? Да. Там тоже в каждом магазине продавцы будут встречать с конфетками. Просто сильно холодно на улице, я не хочу так ходить. Куртку надень. Нет! Фото на конфеты начинается, идем мы на Хэллоуин собирать конфетки. Ну, пошли. Самая красивая пандочка, самая красивая сладкая пандочка. Может, возьмем машинку? Да нет. Или это? А, да, ну давай машинку. Давай машинку. На машинке будет, но ей может неудобно будет вставать. А, ну тогда ладно, пошли. Мы тут недалеко, все равно пройдемся. По нашей улице маловато, конечно. А, вон идем туда, Миюшик. Вон, к соседям пошли первое. Горшок вон. Стоит? Пошли к соседям сначала. Ай ты. Первый раз сама будешь конфеты собирать, да? Первый раз. Иди выбирай самую вкусную конфетку. Давай. Самую вкусную бери одну. Самую вкусную, да, и ложи себе, ложи себе. Вау, ты это хочешь, игрушка? Какашка. Какашка, да? Не, не надо, конфету бери. Давай, вот эту бери и ложи себе, да, вот, ложи себе корзинку. Все, let's go, пошли. Такая она маленькая. Маленькая пандочка, самая красивая пандочка. Так. Давай, бери еще, ложи. Можно встречать деток и давать самим конфетки. Можно, можно так как... Можно просто на пороге оставить, на крыльце. Детки берут по конфетке. Да? У нас Антон... Кто ты? Пират? Пират. Ух ты, чипсы дали. Нам чипсы дали. Посмотрите, как это, на такое чипсы? Довольное лицо. Да. Друзья, а еще у нас выпал снег. Обратите внимание, здесь есть снег. Там, там нет снега. Да, как-то местами снег лежит. Нет, это снег, да? Или вата? И вата, снег, в общем. Да, ой, друзья, так интересно. Это так интересно здесь.
Вот чем плохие такие эмоции? Чем? Ребенок улыбается, дети, все, детям всем весело. Очень красиво украсили дом. Совсем безобидно, друзья, смотрите. Да. Друзья, мы дома. Покажем, какой улов. Друзья, смотрите. Пол пакета. Покажем, Миша, какие у тебя там шоколады. Ой, ложи сюда. Давай, чипсы. Чипсы. Смотрите, какая шоколадка. Чай, шоколадка. Чипсы. Кстати, одну шоколадку дали папе за то, что он был в костюме пирата. Молодец. Отработал. Смотрите. Такая же шоколадка. Думаешь, такими продают тут пакетами или сами? Не знаю, сами может. Да. Ну, смотри, какая шоколадка. Или это конфета? Сникерсы, там один. Смотри, да. Вот. Это что-то новенькое. Да. А ты что? А ты что? Ну, сейчас попробуем. Ну, короче. Да. Не, это потом. Это тебе сникерс дали? Не, мне такой. А-а-а. Сникерс это дали Миюшке на выбор, типа. Она выбрала сникерс. Да. Вкусная? Вкусная конфета. Чупа-чупс. Первый раз. Короче, ждем Ульяну. Да. Посмотрим, какой у нее улов. У нас хороший, друзья. У нас хороший. Да. Смотри. Ого. Так, это сейчас. Да. С чаем, да. К чаю. Ты что, новенькая тоже? Шипучки, аля. Да-да-да, мне нравится. Грейп и стробер. Попробуем. А, ей же надо будет как-то попробовать. А, чтобы она не проглотила. Было бы прикольно, чтобы она пошипела, пощелкала на языке, посмотреть на реакцию. Так а ты порошок, она не проглотит. Нет, там же конфетки, не расстраивают, и шипят. Ладно. Хотела еще заснять, когда совсем уже темно. Какое у нас здесь освещение. Ульянка наша еще гуляет. Гуляет. Так что, друзья, ждем Ульяну. Я показываю. Свою. А чего? Ну, я хотела уже... Она была на камеру. Ну, сняла все. Да. Как? Понравилось? Да, было очень весело. Где вы ходили? Мы ходили в мол, и потом... На улице мы были. Да? Не замерзла? Ульяна так и ходила. Футболки, да, на улице минус 3. Я куртку. Угу, окей. Так, хорошо. Значит, смотрите, Ульянка насобирала. Миюшка насобирала. Ну, в принципе, приблизительно одинаково. Молодцы, поровну. Ульяны больше чипсов. О, ты хочешь микс, потому что у тебя невкусные, а у нас вкусные? Да, 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 конечно. Я уже увидел, что ты там приметила. Давай мы-то. Я не знаю, почему она мокрая. Мокрая, потому что твоя вода не закрыта. Нет, там закрыто. Не закрыто. Это другое, которое... Ой, ты все вылила нам в сумку. Вот ты молодец. Такой happy Halloween в конце сделала. Все разлила и нет, сказала... Нет, потому что мы случайно положили пакет в воду случайно. Ну да, ну да. Ну хорошо, молодец, все. Мы рады, что тебе понравилось. Бери теперь каждую конфету и мой.